2-0. Локомотив открывает счет в этой встрече. Димитриевич. Проваливается Винс Хантер. Хантер, так, не кстати, заканчивает дриблинг. Но Димитриевич освобождается от опеки Щербенева. Ну, а дальше все четко. До сих пор плохая передача Щербенева в спину соперника. И тут быстрый прорыв. Саша один пытался. Наблюдение. Бартюк бонусный штрафной не забил. 19-14. 5 очков преимущества Уникса. И Димитриевич. Димитриевич с мячом. Воронцевич, кстати, появился на площадке. Первой четверти Димитриевич никуда не торопится. Ну и не сказать, что в эти моменты прям начинает страдать. Нужно будет спасать. Там каждый боец готовый сражаться будет со щитом. И положение железнодорожников не завидное. Тут еще игра была. Один человек просто не в состоянии раздать столько слов за единицу времени. Но Димитриевич все-таки идет туда для того, чтобы сделать перевод. Атака с дальней. Димитриевич своим партнером надежду. Бирюзинский защищается против Димитриевича. Димитриевич продолжает игнорировать. 5 плюс 12. Димитриевич с мячом. Рейнольдс занял позицию. Рейнольдс разжился на этом отрезке. Димитриевич устранил Акун Персела. В принципе, вот Адриано Челентано со своим танцем в бочке в фильме «Укрощение строптивого» сейчас бы пару пад для себя подсмотрел.